И всем вновь привет, с вами Артур. Продолжаем проходить Ratchet & Clank третью часть. Так, чё не работает? Ой, я не тот джойстик взял. Или тот. Странно, возможно, он садится. А если он садится, то придется брать другой потом. Это все плохо закончится, чувствую. Ну ладно, поехали. Будем надеяться, что не сядет совсем. Но это подозрительно. Просто еще одна проблема. Ладно, потом расскажу. But he was dead wrong. Bottoms up. Somebody say something. What took you so long? I was picking out some new curtains for the torture chamber. They're crushed velvet with a gold lamé trim. Oh, I think they really add life to the space. Never mind them now. Grab Quark and let's get out of here. Of course, sir. Oh, Quark. I've never met a man like you. After you, I'll be ruined for other men. That's what they all say. Where am I? You're in my secret prison, awaiting the most ingenious and depraved punishment I can possibly imagine. Come, Lawrence. It's time for my massage. Oh, goody. Using his antenna as a lockpick, Quark eventually managed to open the door to his cell. Almost got it. But his escape did not go unnoticed. Uh-oh. Не пайтесь, я сейчас умру. Я решил пока... Ну давай уже умри, пожалуйста, спасибо. Пока загрузка. Поставить на зарядку джойстик. Неплохая идея, на самом деле. Упс. Эпс. Ладно, здоровья у нас хватает, по идее. Ну давай прыгай, что такое? Жалко, что я уро... Что со мной произошло? Почему я взорвался? Так нечестно. Да, замечательно. Молодцом, молодцом, умри. Интересно слева. Сейчас мы это узнаем. Благо нам за один раз это все пройти не надо. Два пути. Ладно, мне все надо собрать те штучки. Как-то тупо выходит, а? Его, если хоть какой-то урон задевает, его начинает глючить и... И все. Или сбивает там вниз что-то. Тут полезу. Ну, отличный вариант.
Хрен с ним. Тихо. Нужен почти финал, если 97 штучек. Отлично. Мне кажется, если собираешь 100 из 100, то дают больше болтов. В два раза, наверное. And returned to his career as a high-profile celebrity superhero. But the galaxy had not seen the last of Dr. Nefarious. Ouch! What do you think you're doing, you oaf? Do hold still, sir. This is a very delicate procedure. There, that should do the trick. Go ahead, take her for a spin. What's going on? Where are my arms? Whose butt is this? My mistake, sir. Dreadfully sorry. Lawrence! Oh, Lance. Oh, my. We will have to get that fixed. One of these days. I should have known Quark was full of it. But why would Quark lie to us? Dude, Quark is bogus. 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 You can ask him yourself when we see him. According to this vid comic, Quark has a secret hideout in the Thran asteroid belt. I've got a hunch he's there right now. He says he wants to come with us. I don't think that... Oh, wait a minute. You speak monkey? Oh, just enough to get by. Now what? He says you have ears like a Florana dung beaver. Yeah, hilarious. Let's see if he's still laughing when he finds out his pal Quark is working with Nefarious. Major Bogus. Surely Quark would never... He teamed up with Drek, didn't he? And I know I don't have to remind you about that protopet business. Who knows what he's capable of? Ну, поехали дальше. Сейчас будет как раз-таки та самая... планета, которая мне не нравится, зимняя. Можно, кстати, купить, наверное, броньку. Почему нет? И полетели. Конечно же, хоть это и укрытие Кварка, враги тут будут жесткие. Блин, я забыл, что этот чувак еще продает кучу оружия. Ну, появилось. Наконец-то, 200 тысяч берем. Вряд ли у нас получится ими здесь воспользоваться, хотя тут проход есть спрятанный.
Но куда он ведет, я не помню. Наверное, за болтом каким-нибудь. Или еще зачем-то. Типа статуэтки. А может быть, это какой-то... Да, что-то будет, какой-то предмет. Ну, кстати, а вон болт. Классно. Так. Быстрая прокачка оружия. Вот этого уже превратить будет сложнее. Если только может спрятаться, получится. Ничего-то это не работает. Ну да ладно. Можно их, короче, разбивать до того состояния, когда они такие уже без телесной оболочки, как терминаторы, и тогда уже превращать. Тихо. Можно, конечно, просто заюзать гаджет этот специальный, который будет отражать этот луч, но... Не сильно надо. О-о-о. Хватит ли мне здоровья? Вот в чем вопрос. Ну, хватит, я думаю. Правда, неизвестно, сколько это говно стоит. Потом купим. Полезная штука, как ни крути. Сейчас мелкие вылезут, и это здорово. А, все-таки я пользовался телепортажкой, да? Сама эта штука не превращается. Раз, два. Это хорошо, что у меня сейчас еще прокачанная броня. Не, ну так дело не пойдет.
Хорошая у него система защиты. Кстати, ракеты почти докачались. Да, от них уже яйца взрывающиеся начали отходить. Да блин. Я оружие не могу выбрать. А, у меня джойстик опять выключился. Вот же говно. Вот же говно и правда. Опять. Ладно, я сейчас попробую. Блин, у меня нету защиты. Включить, успеть. Ну, давай, давай, давай. Черт, он не работает. Отлично. Посмотрим, могу ли я как-то... Должно сработать, по идее. Да, по-моему, заработало. Это, конечно, будет не очень удобно. Странно, он как-то работает. Пауза не... А, пауза работает. Сейчас поставлю еще на зарядочку. Это говнище разряжающееся и не можущее... Или... Не могущее заряжаться, когда им пользуешься. И поехали. А, ну, кстати, очень даже рядом появились, так что... Как неудобно, боже мой! Кто делал этот джойстик от PS3? Жесть. Не хочу, чтобы у меня попадались игры, где нужен гироскоп от этого джойстика, потому что... Ох, это такая боль. Не-не-не-не. Но забавный момент, он вибрирует. Мри. Блин, вот когда я вот так делаю, он небольшую вибрацию делает. То есть немножко отличается от DualShock 4. Маленькими такими нюансами. Слушай, хватит. Ну ладно, как говорится, дело привычки. Докачиваем ракетки. Что-то все появились, кто хотели. Вот тут можно наверх запрыгнуть и сломать снеговичка, получить скиллпоинт. Но это очень сложно сделать. Можно попробовать, но я думаю, я, скорее всего, умру. Но я говорил. Я говорил, зря я это.
Там надо просто хоп и оттолкнулся, а не так, как я. Как же на этом льду неудобно с этим джойстиком еще. Я не преувеличиваю, правда, жесть. Не смогла договорить. Но я чуть покажу, с чем он там стреляет. Как будто ничего и не изменилось. Подвис. Всех убил. Отлично. Блин, а диски-то только до 4 уровня, что-то докачаны. Почти. Вовремя. Я передумал. Так, ну что, мы пришли. Ну, в общем-то, я уже привык к джойстику от PS3, но он такой легенький, не чувствую веса. А, это еще не все, да. Еще за Кланка придется побегать. Нормально, так один болт. Я даже не знаю, сколько там за один болт дают. Явно много. Так, ну-ка. Атакуй. Помоги мне. Thank you.
А это было как-то нечестно, ну да ладно. Зато сколько болтов. Ну где ты, обезьянка? Хватит бегать-то. Может быть, надо поровнее кинуть. Почему она не уничтожается? Значит, там, там, там. Я думаю, ничего страшного, если он будет за мной бегать. А чё, лифт спустился? Сложнее, хотя не особо. Это уже вроде и конец. Hey, little buddy, how'd you find me here? We found your secret vid comic, Quark. Oh, that. Well, I don't expect you to understand. You'll probably look at me and think, I'd give anything for a body like that. For just one drop of his raw animal magnetism. One iota of his impeccable... Can we just skip to the end, please? Let's see, where was I? Sexy, charming, brilliant, iron, hard abs. Ah, yes, but despite my outward appearance of utter perfection, well, Deep inside, you're a cowardly wuss? No, not exactly. When I escaped from that star cruiser, cheating death by mere nanoseconds, I suddenly realized something very important. I could have died! Me, Captain Quark! Imagine an entire galaxy with no more me! And for what cause? So, a few trillion people get turned into robots. Who am I to say who should or shouldn't be turned into a robot? You're pathetic, Quark. I can't believe I once looked up to you. Let's go, Clank. The people of this galaxy need you, Quark. They believe in you. You can give them hope. You have a chance to redeem yourself and become the hero you have always wanted to be. Так, вот больше ничего нету. Вроде бы нет. Never mind. The Phoenix is under attack.
are shielded. Sasha! The 40%. Life support systems are... I think they're getting... aboard the ship. Whatever's on that disc has nefarious worry. Do anything to get it back. Hey, Hotshot. If I don't get to see you again, I just wanted to say... The signal is lost. Engage the gravimetric warp drive. Ну вот и нападение на корабль. Когда я о нем подумал две серии назад. Крепкие ребята. Что с ними не так? Ну, немножко сходит с ума, ну что ж поделать. У нас тут дисковые войны. Так. Я, кстати, никогда не делал вот этого. Может, мне пушку какую дадут? Значит, скидку какую-то получил, но я не вижу скидки на эти оружия. Или оно стоило 280? Скорее всего, оно 180 так и стоило. А в чем прикол? Может, на другие пушки, которые... А, ладно, хрен с ним. Это не слишком заботит. Уже почти игра скоро закончится. Чего уж там. Куда-то все враги пропали. Упс, задел себя немножко. Но у меня явно диски получше, чем у них. Наверху должен был появиться. Нет. Попробуем. Замечательно. Упс, 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 полегче, чувак. Не думал, что он шлепнется от одного выстрела. Чем сильнее прокачано, тем быстрее затачивается, так что...
Well, you certainly took your sleep time. Hey, it's good to see you too. Everyone okay? We're fine. You made it just in time. Any luck with the data disk? Huh. Luck, he says. Al cracked the encryption. The disk contains a complete copy of Nefarious's battle plan. He's going to attack planet after planet, leaving nothing but robots in his wake. The Bioobliterator is so well protected, Nefarious doesn't believe we can stop it. Can we? I estimate our odds at approximately 1 in 63 million, give or take. Hey, that's, well, you know, not so bad. The Bioobliterator is programmed to recharge its power cells after each attack. It's recharging at a base on planet Koros right now. And Ratchet, the next target is Veldin. Починили лифт так сразу. Всегда это забавляло. Кстати, я пропустил. Где-то там Волт. Уж точно, наверняка. Хотя, по идее, вообще не должен. Ощущение такое есть. Так, что с брониками? Все равно у меня миллиона нет, ну хоть посмотреть. Ладно, наверное, вот что сделаем. Давайте сейчас слетаем. Где эта подводная планета? Не то. Тоже не то. Тоже не то. Вот это. Посмотрим, появились у того чувака какие-нибудь новые пушки. Ну и на скидки его посмотрим. Что продаешь? Все так же? А, нет, еще вот это появилось. Хорошая пушка. Ну, я это возьму, раз уж мы тут. Давайте, наверное, здесь сделаем перерывчик. В следующей части, я думаю, мы отправимся на арену, опять же. Пройдем с дисками одно задание. Блин, если там будет еще задание с черными дырами, это будет печально, потому что у меня не хватит денег теперь на это оружие. Но, с другой стороны, мы туда идем только, чтобы пройти 100-уровневый челлендж на 200 тысяч. И когда мы его пройдем, мы получим денег на то оружие. Так что, в любом случае, есть выгода. Ладно, попробуем. Увидимся в следующей части. Всем удачи и пока. Увидимся.